Нам осталось провести последнее, решающее испытание. Между прочим, это испытание коллективное. Поэтому я приглашаю сюда всех наших гостей. Вот они, Наташа Королева, Оскар Кучера, Юра Колокольников, Сергей Светаков. Армия Трясогузки снова в бою. Гусотряски. Ага. Медвееды. Ага, медведь. Привет, медведь. Я готов. Красавчик. Красавчик. Буквально небольшая формальность. Ножной механизм, который я приобрел вчера на блошином рынке в Измайлово, сейчас откроет эту декорацию. Смотрите. Сработало. Сейчас. Даму вперед, либо кошку. Прошу. Можно кошка пойдет второй. Да. Ну, здравствуйте. Здравия желаю. Здравствуйте. Здравствуйте, коллеги. Слава богу, вы пришли. Присаживайтесь. Да. Слава богу, все живы после этого. Да. Присаживайтесь. Рада вас видеть. Да. Ну что ж. На повестке дня, как обычно. Смена в лагере только началась, а ситуация категорически выходит из-под контроля. Второй отряд опять же. Спокойно, не перебивать. Начнем с вас. У вас старшая группа. Почему у вас мальчики живут с девочками в одной комнате? Я считаю, это нормально. В каком смысле? Потому что если бы мальчики жили с мальчиками, потому было что бы приятно. Не перебивать, товарищи. Извините. Я считаю, это правильно, да. А что, с животными жить, что ли? Или с нами, что ли, со взрослыми? А вот мне рассказали, что вы их таким образом наказываете. Дело в том, что мальчики... Они нахулиганили. А девочки, они не нахулиганили. И я думаю, что если они вместе соединятся, то девочки объяснят мальчикам, что хулиганить это плохо. И всем будет хорошо. А мне он говорил, что он наказал девочек таким образом. Что ж, разберемся. У вас. У меня что? У вас средняя группа. Так точно. Сколько должно быть у вас человек? Один. Неправда. У вас должно быть 5. Где остальные 4 родители волнуются? В лесу. Зачем? Наказали. За что? За все тоже. Когда забирать будете? Через неделю. Воды оставили? Только хлеб. Хорошо. Посмотрим. Так, у вас. Значит, у вас 5-е классы, да? Угу. Зачем вы их ночью будете командой газы? Послушайте, я устал уже с этой группой, вы понимаете? Понимаете, я устал. Так. Махмуд, в лес их надо. Ну-ну, я слушаю. Значит, когда мои коллеги успокоятся, я вам объясню, что гороховый суп просто нужно прекратить давать в нашем лагере. И после этого, я думаю, что команда газа отпадет просто как дан. Да, ну для чего вы их потом заставляете играть в чехарду? А для чего? Чтобы все вышло... У вас же самые маленькие, а? Ну зачем же вы их заставляете 3 дня вышивать ваш портрет 6×6 метров? Потому что за 2 дня они не успевают. Я хочу внести коррективы. Мальчикам надо давать больше валерьянки, чтобы они были спокойнее. Вы же ее все выпили. А так как это не предусмотрено, то я заставляю младшую группу вышивать крестиком. Это успокаивает. Вот в чем дело. Ну, а зачем же вы им на ночь читаете книги? «Возвращение мертвеца» или «Поедающие детей 2»? Откуда такой выбор? Закалка. Психозакалка. Шо? И я за это. Всегда закалять. Недаром я в лес их всех отправил. Ваша фамилия? Закалка. Фамилия? Закалкин. 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 Я запомню вас, товарищ Закалкин. Вадим Закалкин. Я прошу вас, отвечайте. А какой был вопрос? Понятно. И ее тоже в лес. Понимаю, товарищи. Понимаю. Я готов пойти в сопровождение. Хорошо, коллеги. Значит так, многие из детей нецензурно выражаются. Да. Что вы посоветуете нам делать? Чтобы не было мата? Да. Батут, только батут. Батут и дубина. Так, вы... Пускай они просто не матерятся. И все. Прекрасно. А вы? Вы помните вопрос? Нет. Нет?
А я вам так скажу. Надо быть ближе к детям, понимаете? Ну вот ближе. Вы прекратите эти гнусные инсинуации. Неправда. Не перебивай старших. А вы о чем подумали? Я подумал о том, о чем вы сказали. А я сказала о том, что надо выучить их сленг. Правильно. Надо понимать, о чем они говорят. Конечно, но после этого вы меня в прошлом семестре, помните, так чуть не выгнали. Так, не приближайтесь ко мне. Я выучил их. Меня после их сленга домой не пустили. Тогда ответьте, что это значит, воспитатель, убей себя об стену. Отвечайте. Это образное выражение. В каком смысле? В прямом. Хорошо, в таком случае в Бобруйск животное, что значит? Это... Вот я вижу. Вот, вот, вот. Что это значит, животное? Животному место в Бобруйске. А тут кто сейчас был? Бобр. Да. А вы что скажете? Какие будут соображения? Я считаю, что в Бобруйск нужно ехать всем животным. Пускай мы будем знать, где они находятся. А что такое КГМ? Вы как это понимаете? Вот сейчас посмотрите на нее. Вот это и есть КГМ. Кто? Нет, нет. Где? Какое последнее? М. Можно. Мать. Кому где можно. Кому где, где можно, мать? Правильно. Дорогие мои. Что? Все-таки все не так плохо. Да. Смена да. началась. Да. А? И мы все встретились. Да. Ну, и специально для этой смены мы подготовили песню. Гимн. Отлично. Давай. Прошу вас. Давайте. И давайте, next. Подожди. Приготовились. Эх, лагерь. Наш лагерь. Лагерь. Продолжайте. Лагерь. Концлагерь. Конный флагерь. И лагерь. И лагерь. Ты лагерь. Ох, лагерь. Я мой лагерь. Наташа. Что с тобой произошло во время всего того, что произошло здесь? Мне бы хотелось... Ты изображала крайнюю степень задумчивости. Дело в том, что парни настолько были активны, что я поняла, что как бы надо работать на контрасте. Да, потому что не могут все быть ненормальными. А, ты считала, что играла нормальную, да? Я понял. Нет, я была так уже ненормальной, но просто в нирване. Просто такой, спокойный по сравнению. Спокойный такой, тихий, ненормальный. По сравнению с этими ребятами, которые меня огорчили, надо сказать. Вы не знаете таких идиоматических выражений, как «в Бобруйск животное»? Друзья, КГАМ, вы тоже не в курсе, что? Да, ну что ж, в общем-то, не мне анализировать все то, что происходило здесь. Для этого есть специально подготовленный, надо сказать, оплачиваемый человек. Именно сейчас, на ваших глазах, он решит судьбу вот этой бесполезной, на первый взгляд, пластмассовой вещи. Просыпайтесь, Александр. Знаете, я тут летом был на вокзале. Да, сейчас многие туда ходят. И смотрю, из электрички выходит группа седых детей. Тогда-то я ломал голову, откуда они. А сейчас я понял, откуда. Из детского лагеря летнего. В принципе, эта группа сумасшедших произвела впечатление на всех. В каждом своем персональном скетче. Главный сумасшедший отдадим. Мне очень... Не будем оказывать давление на и без того уже поддавленного судью. Нет, все очень профессионально и стриптиз исполняли, и повзрослевший Павлик Морозов был прекрасен, и Юрий Колокольников, это вообще отдельная история. Тем не менее, я вынужден, не только потому, что Наташа прекрасная девушка и... талантливый во всех отношениях. Отдать приз Сергею? Нет, нет. Спасибо нет. большое, Александр. Нет, спасибо. Нет. Дело в том, что с каким рвением Наталья демонстрировала и открывала чакры Александру Олешко, я до сих пор не могу свои закрыть. Браво, хорошо. Ну что ж, Наталья победила в нашей игре. Это было шоу «Слава Богу, ты пришел». Смотрите нас через неделю, у вас будет время подумать и подготовиться. Это было шоу «Слава Богу, ты пришел!» Импровизация канала СТС. До свидания. Слава Богу, ты пришел.